очередное нападение голубого йети. Туристы боятся леса, рыбаки озер и рек. В общем, Сережа, спасай. А куда мы идем-то? Давай обратно на поляну, надо же ружье пристрелять. Вон у егеря берданка год не стрелянная. В прошлый раз, сука, ближе улетел. Сережа, выручай. Охота проплачена. Мужики приедут, на них надо медведя выгнать. Ага. Давай до больнички, трогай быстрее. Боже мой, все, привал. А? Штык, ети! Штык, вставай, ети! Штык, блядь! Штык! Да, шеф? Да, я его видел. Белый такой, большой, мохнатый. Один кадр заснял. Штык где? Он отстал. Сердечек, ты стой, совсем что ли потерял? Ну что я как маленьким за тобой бегаю по всему лесу? У нас дел полно, пошли к медведю. Я вам перезвоню. Да перезвоню я вам! С вами чрезвычайная ситуация. Лес оцеплен. Непрерывно ведется наблюдение за происходящим. Несмотря на принятые меры, в зону опасности все же проникают охотники-добровольцы. По горячим следам репортаж с места очередной атаки йети. Да я в него 7 обоим выпустил, прямо в сердце бил. Но, правда, не знаешь, где у этого йети, сердце справа, слева, вообще ничего и не берет. Если бы не Мухтар, нам бы вообще хана была. Это Алабай Семеновича, он на себя весь удар принял. Он, Алабай. К утру из ума выжил. Пришлось пристрелить. Скажи этому штыку, чтобы он сам этого йети ловил. На границе России бушуют митинги. Толпы фанатов голубого йети рвутся в наши леса. Не переключайтесь. Далее репортаж с уникальными кадрами, которые приближают телевизионщика к завоеванию самой престижной репортерской премии. Смотрим. Штык, а что с йети-то? Каким еще йети? А ты что, его не видел, что ли? Вот этот большой, огромный, ну, волосатый. За мной гнался, я на камеру все записал. О, знаешь, как это называется? Че? Называется у страха глаза велики. Дай 5. На, держи. Вон, рябинки 5 дай. Штык, ты че? Вот я тебе говорю, что ты леса не чуешь. Вот с такими глазами носишься и орешь только. 5, держи, дай. Ага. На. Молодец. Держи, подержи. Штык, ты че, обезьяна, что ли? Че встал? Давай спускайся. О, вот это ты сейчас эпично упал, телевизиончик. Дай-ка камерку. Ты сейчас как мяч футбольный прыгал. Бах, бах, бах. О, смотри, смотри, какой красавчик. Вон туда сядь. Куда? Вот, вот, сюда, вот. Сюда? Нет, пониже. Ну, сядь, сядь, замри. Давай. Нормально? Это первый телевизионщик в этом лесу, который прям на входе в берлогу сидит. Чё? На входе в берлогу. Штык, ты чё, дурак, что ли? Дай камеру. Вот за это премию точно тебе дадут. Пойдем. Премию, говоришь? А чё он рычит-то? Огрызается. Он знает, что сейчас будет. Чё будет-то? Сейчас вытащи его нахер и на охоту поведут. Будешь? Ты там жопа или лицом? Это же обидно будет. Кажется, жопа была. Вылази! У меня времени нет на тебя. Так, мне егерь, знаешь, что давал эти как? О, вот это как называется? Во, петарды. Так, так же. Да уж там оглушило нахер. Штык, а чё ты его просто не достанешь? Так он пердит там от страха, провоняя весь, ты чё? Был такой уже. Один раз залез, чуть не вздохнулся. А? Стойте какой, давай еще раз. Держи, Михалыч! Да ты издеваешься, что ли, блин? Так, пойдем, я где здесь этот видел? Пойдем, пойдем. Чего видел? Во, о, о, еще. О, пули на 1000 пчел. Штык, не трогай его! Давай, давай, больно! О, больно! О, штык, побежали отсюда! Стой, 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 стой! Сейчас, стой, рядом, рядом, стой! Что ты делаешь? Слушай, перестали кусать, а? Выходи, выходи! У нас охота! Уже бабки уплочены, егерь, блин, злиться будет. Ходи, говорю! Слушай, а что если его пчелы накусали, он распух и вылезти не сможет? Слушай, вот раньше медведи были. И на охоту, и на лося, кто первый. И волков погонять с ними можно было. А сейчас вот все, сидит, вылезать не хочет. Все, кончается лес, кончается. Сука. А может, это у тебя какая-нибудь алма херовая, а?
вот так вот, рядом с берлогой, в которой свирепствует медведь. Спокойно сидишь и совсем не страшно, потому что рядом со мной сейчас безмятежно спит Серега Штык. Сука! Стой! Дебила ты кусок! Нечего теперь делать, где медведя брать? Как егеря выручать? Вот было бы ружье, сука, я бы тебя убил, и никто же не нашел бы, а? Серег, ну а мне-то что делать? Ну на меня медведь вылез вообще-то. И чё? Ну а я один, ну я по тапкам дал. Нет, чего делать? Слушай, ну придумай что-нибудь, а? Чего? Ну скажи там, пойдемте на зайцев, медведи нынче в бешенстве, ну их там волки покусали. Вот это знаешь, как называется? Как? Во-первых, сразу видно, что телевидение, потому что по принципу женщины все перекручиваете. Ты чё, Серег? Слушай, я этих охотников поднажру, они про медведя забудут. Ну вот, видишь! Ружье. А то пристрелю. Так, след, иди. Сынок маминкин. Штык, чё застыл? Лес. Любить надо. Он ж тебя любит, потому что сильнее. А принадлежит тебе. Это ж твоя родина, твоя земля. Каждое дерево, каждый куст, каждое живое существо. Надо энергию брать, а ты все бегаешь и орешь. Смотри, красота какая. Ты куда идем-то? Охотников встречать. А чем так воняет? А, ну так это, ботинки пропали. С ботинками как с носками, главное не перетаскать. Ну что, так и будешь стоять? Ну чутка в сторону дай. Штык, ты что, совсем тронулся, что ли? Да лед тронулся весной. Че это такое-то? Сейчас увидишь. А? Ты что, может, шашлыки пожаришь? Слушай, я с тебя просто в шоке. Что у тебя там внутри-то? Давай, след. Где? А? Знаешь, почему не люблю по лесу босиком ходить? Почему? Потому что ежи. Какие ежи? Тебе бы сейчас новые ботинки бы одеть. А что сразу не сказал? Знаешь, откуда тапки? Откуда? Ну, первая собака-невидимка. Ну? Она туристов шуганула. Ну, она поиграть хотела, а на дорожке появилась неожиданно. Ну, они как шмаканули от нее, а она вот тапки мне принесла. Понял? Ага. Так, куда нам? Да, Серег. Слушай, удивительная история вообще. Это что? Вот я один раз один остался. 7 суток держался. Но это совсем другая история. Пойдем. Штык, а откуда здесь железка? Железка и железка. Заброшенная. Ориентир хороший. Наверное, эти, слышь, на охоту приехали. Ага. Напали на нас, я говорю, понимаешь? Чё? Я еду, белый прыгает сюда, прям на капот, вот следы, может, остались где-то. А он на нас напал. Ребят! Настроя было. Быстрее, блядь, они там остались. Так, где на вас напали? Так с дороги съехали. Я понял, давай, след за мной, давай. Ты, тачка ведь есть. Так, давай, на машине быстрее будет. Быстрее садимся. Там, в другую сторону.